Всех приветствую. Сегодня вот на этом небольшом картофельном поле буду сажать картофель. Сажать буду, не копая землю. Просто делать борозды, закладывать картофель, засыпать землей и все. Сейчас для начала вот так поперек поля с помощью бечевки разметим направление канавок и начинаем работать. Вот получилась такая линия. По ней будем делать борозду. Будем делать с помощью вот такого ручного плуга. Обзор я на него делал в прошлом видео. Кому будет интересно, ссылка будет справа, в правом углу. Не совсем подходящий инструмент. Другого пока нету. Но попробуем, как получится. Получилась такая борозда, она не глубокая. В общем, этим плугом как бы неудобно садить картофель, то есть такие канавы делать, либо проходить на несколько раз. Вот, плюс еще трава тут мешается, ну, в смысле мульча. Поэтому принято решение садить картошку сразу по месту обычным способом, лопатой. Лопатой делаем углубление, следующую закидываем. В общем, все как обычно, потому что это получается как бы долго. Замульча все мешает. Когда все посадим уже, между грядками картофельными вот эту мульчу разместим. А потом уже, когда она взойдет, дополнительно еще, где не хватать будет, проложим сеном или накосим травы. Ну, вот таким вот способом решили мы сажать картофель. Между рядками получается вот такой слой мульчи. Окучивать будет неудобно, поэтому появится сено, буду делать веерное окучивание. Ну, в общем, посмотрим, как что пойдет, какой рост будет. И вообще что-нибудь вообще взойдет тут или нет. Хотя картошка-то хорошая, пророщенная. Ну, это первый год пока. Земля, в принципе, это хорошая, мягкая. Со временем вот эта вся трава будет перегнивать. Земля будет все плодороднее и плодороднее. Ну, короче, будем посмотреть, как говорится. Ну, сажаем дальше. Вот половина поля засадили. Вот так это выглядит.
Травы не везде хватает, но сколько есть, потом еще проложим. Продолжаем садить. Закончили мы посадку картофеля вот таким вот экспериментальным способом. Мульчи, конечно же, не хватило, потому что делаем в первый раз. С каждым годом будет ее прибавляться. Если удастся раздобыть сено или травы накосить, проложу между рядами еще. Это будет способствовать сохранению влаги. Под мульчой будут размножаться дождевые черви. Своя атмосфера там будет для картошки. Вот так все это выглядит. Собственно, что можно сказать? Вот такой метод посадки экспериментальный. Я никому не рекомендую так делать, поскольку делаю сам все на свой страх и риск. Ну, как говорится, цыплят по осени считают. Посмотрим, что из этого получится на вид безнадежного предприятия. Сегодня 25 мая 2021 года. Вот. Число отсчета до вызревания картошки 90 дней. Будем смотреть, что вырастет. В том году мы уже в конце августа подкапывали картошку, и уже она такая была вполне пригодная для употребления. Посмотрим, что будет в этот раз. Всем пока!